Капитан Америка, Новый мир. Русский трейлер, дубляж. Ну что, пришла пора новому Капитану Америка поднять щит. Shield. Оп. Погнали. Ну как же иначе без, блядь, мини-трейлера, да? Да. Я ж, блядь, опять вот сейчас поною. Я ж пришел сюда не посмотреть трейлер, а случайно кликнул, да, и чтобы меня привлечь, я посмотрел трейлер. Надо вот этот мини-трейлер странный показать. Уилсон! Спасибо, что зашел. Спасибо, что пригласили, сэр. Я все никак не привыкну к новому образу. Сказали, сбрей усы, чтобы не отбрили избиратели. В общем, Уилсон, между нами было некоторое напряжение. Но я хочу еще раз попробовать ввести Капитана Америка как официальную воинскую должность. А если мы вдруг разойдемся во мнениях, что тогда будет? Работай со мной. И мы укажем миру истинный путь. Истинный путь. Исайя! В феврале. Сэр. Ага. То есть пытается сделать политический триллер в стиле Зимнего солдата Капитан Америка. Там было прям заебись, да, надо отметить. Пока нормально выглядит. Учитываем, что были пересъемки, да, съемки еще, и которые увеличили бюджет вот этого дивного нового мира на 100 лямов или больше даже. Харрисон Форд в роли президента неплохо. В вашей команде есть предатель. Это очевидно. Ну ладно. Но вы бездействуете. А если это ловушка? Идет игра за мировое господство. Ну, Джан-Карло Эспозито, ну, кого же еще взять на злодея в таком фильме? Тупо вот он появляется в фильме и ебет. А ты просто пешка. Грядет суровый новый мир. Ты, может, и Капитан Америка, но ты не Стив Роджерс. Ну да, он не Стив Роджерс. Увы, конечно, Стив недостижимый идеал для Капитана Америки. Ну, как бы, Энтони Маки, как его, Сокол. Он и так хорош. Вспоминаю я, этот... Баки и Зимний солдат. Неплохой сериал, неплохой. Хоть там уже проскакивала эта повесточка в части то, что он ушел от своих, от семьи, там бы геройствовал, а этот, что-то его сестра, по-моему, лишилась бизнеса или что-то такого. Ну, почти лишилась, нехватка денег и отношения белых к неграм. Ну, как же, блядь, без этого-то, да? Жить в современном мире-то. Надо еще раз об этом сказать. Тысячный раз. Вы правы. Со мной сложнее. Капитан Америка. Новый мир. Только в кинотеатрах в феврале 2000. Красный Халк, да, я уже себе немножко проспойлерил. Red Халк появится. А кто? Интересно, его будет исполнять. Потому что, насколько я помню, по комиксам он был. Это, короче, был, по-моему, Эверетт Росс в роли Красного Халка. Генерал. Тот, который актер помер. Как раз таки. От сердечного приступа. Вроде бы, или нет. Короче, он получил сердечный приступ в киновселенной Марвел, а актер, по-моему, все-таки умер уже, да? Или нет? Его сын, который этот, Ватсон исполняет, Фриман, роль. Что, неужели Фриман будет Красным Халком? Вряд ли. Кто-то, короче, будет в роли Красного Халка. Ну, это и, как бы, новый мир, подготовка к Громовержцам. Уже идет не первый год, блять, очень долго идет для громовержцев подготовка.
То есть, вспоминаю, опять же, Баки Зимний Солдат, там местный Капитан Америка был. Замена Стива Роджерса. Ой, носатенький. Неудачный кадр, конечно, там был у него. Этого солдата. Морпех или кто он был? О. Вот. Так выглядит нормально. То есть политриллер. Жан-Карло Эспозито. Что-то случится. Что-то грядет. Что? Правда. Не совсем понятно. Что за дивный новый мир хотят построить. Было бы интересно узнать. Ждем. Февраля 2025. В общем-то, оценим, насколько пересъемки удались или не удались у Марвела. Надеюсь, они выживут нахуй. Это вот все. Вок. Повесточную дрянь и дерьмо из своей фирмы, как сказать, из киновселенной. Потому что я слышал, насколько хуёвый получился Marvels 2. Или Капитан Марвел 2. Или Марвелы. Нет, Марвелы. Марвелс. То есть была Марвел. Марвел. Капитан Марвел по-нашему. Первый фильм такой был, пойдет. Неплохой, но и не хороший особо. Такой себе, в общем-то, средненький, даже чуть ниже. А Marvels второй, где была девочка Марвел, Капитан Марвел и Рамбо из Ванда Вижена. Вот та негритянка, которая получила там силы в этом сериале. Видеть энергии и все такое, манипулировать ими. Они там втроем участвуют, то есть это вполне полноценный тимап. И с треском фильм провалился в прокате. То есть там при бюджете 250 лямов, он что-то даже 300, по-моему, не заработал. Надо сейчас глянуть. Сейчас прям давайте сразу глянем. Ага, у Марвелов, да, самые низкие кассовые сборы. Да, 200 лямов собрали Марвелы на тот момент. Сейчас бокс-офис Моджо. По итогам, сколько он собрал? Вот, The Marvels 2023 год. Domestic. International Worldwide. Ебать. 190 реально собрал. Это свой сбор. То есть у себя на родине 84 ляма с половиной. И международный 121. То есть они даже в ноль не вышли. Они в большой минус ушли. Вот это да. Вот тебе на тебе хрен в томате. В общем, такое дело. Да. Ну, конечно же, реакция на Капитан Америка Новый Мир будет на бусте. Как и все остальное. Там я недавно смотрел, ну, относительно недавно, пару месяцев уже, Женщину Халк. Ну, так. Я сейчас стараюсь свой этот, отойти от, как это назвать, фанатского, фанатщины, в общем. И более так трезво и холодно смотреть на современную киновселенную Марвел. Потому что, конечно, да, до Эндгейма, ну, и Эндгейм считая, это прямо вот такой вот огромный такой пласт, мощный камень киновселенной Марвел. Существуют все эти фильмы. А дальше уже пошло разброд и шатание у КВМа после Эндгейма. Все эти сериалы, все эти фильмы, эти вечные, неудачные получились. Не сильно удачные, скажем прямо. Например, сериалы не хорошие были, большей частью. Очень понравился Ванда Вижн, Сокол и Зимний Солдат. Заебись, и забыл остальные, что там было. Эхо я еще не смотрел, прямо скажу.
Надо его будет посмотреть после Марвелки, девочки Марвелки этой маленькой, которая от комиксов отключается. Естественно. Фильмы спорные, типа Доктора Стрэнджа 2 или Человека-муравья 3. Это довольно спорные фильмы. Не очень удачно. То есть первый и второй Человек-муравей хотя бы были более качественные, интересные. Локи был прямо вот заебись. Вот прям, блять, уровень. Прямо заебись нормально. Да. Локи был заебись, да. Два сезона. Сделали такой переход в мультивселенную. Безумие. Ладно, я спизделся. В общем, такие дела. Давайте увидимся.